5-летний принц Луи оказался в центре внимания на параде Trooping the Colour. Младший сын принца и принцессы Уэльских не смог сдержать своих эмоций на торжественной церемонии. Так, во время поездки к Букингемскому дворцу мальчик закрыл руками рот и нос, ощутив запах лошадей. На балконе Луи откровенно заскучал и корчил забавные рожицы, выражая свое недовольство происходящим вокруг. Многие умилились поведению юного наследника, однако некоторые поклонники сочли, что королевская пара недостаточно занимается воспитанием младшего сына. «Мне кажется, он выражает все то, что испытывают остальные, очаровательный и непосредственный малыш, устами младенца, Луи, суперзвезда, он сделал этот вечер, интересно, мама с папой вечером отругали его». Или так можно, написали пользователи.